Здравствуйте, друзья! Сегодня я занимаюсь пикировкой рассады перца сладкого. Высаживал семена в землю 7 февраля. Прошел месяц, и я считаю, самое время для пересадки наших молодых растений. Посмотрите, уже появились первые настоящие 2 листика. Можно приступать к пикировке наших молодых перцев. Я пересаживаю вот такие стаканчики объемом 200 мл. Вполне подходят для размещения дальнейшего роста нашей рассады. Так, приступим. Делаю я это чайной ложечкой. Сначала делаем отверстие в стаканчике. Аккуратненько, лучше вот этим концом ложки, достаем наши растения. Стараемся не повредить их, не повредить корневую систему. Вот посмотрите. Вот такие корешки. Опускаем в стаканчик немножко поглубже. Можно немножечко пролить, чтобы земля села, и добавить плодородного грунта сверху. И немножко трамбовываем землю. Вот в таком состоянии наша рассада будет вегетировать до высадки в грунт, в теплицу или на улицу. Продолжаем. Пикировка закончена. После пикировки сеянцев рекомендуется подкормить их минеральными удобрениями. Я предпочитаю для подкормки использовать селитру калиевую, которая содержит азот и калий. Рекомендуется такие подкормки проводить в ранние фазы развития растений. Ну, конечно, не только в ранние фазы. Вот обратите внимание. Концентрация должна быть небольшая, всего 1-2 грамма на литр воды. Поливаем сеянцы, только что пересаженные в контейнер. Вот этого достаточно. На очереди у меня пикировка томатов. А с перцами на сегодняшний день работа закончена. Спасибо за внимание. Всем успехов!